Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз опять известный всем зеленый пакетик. Ну и на этот раз были заказаны так называемые липучки для кабелей, для организации их хранения. Больно они мне понравились, когда поставлялись бонусом к другим продуктам данной компании. Ну, пришло, как обычно, в таком зеленом пакете. Внутри находится у нас как всегда открытка по пожеланиях поставить 5 звезд, если все понравилось, ну и если что-то не понравилось, связаться с ними. Так, ну и заказаны были несколько этих ремешков, ну в пачке по 20. То есть есть возможность по другому варианту заказать, там, начиная от малого количества, заканчивая вот максимальным количеством 20. Так, ну и вот, как обычно, не изменили своему, то есть пришел бонус. То есть всего 41 такой вот кабель подошел. Так, ну и принцип очень простой. То есть это мы пока отложим. То есть берем кабель, вернее, ремешок для кабеля, достаем. То есть выполнен из полиэстера, ну и пластика. Так, ну и липкая сторона. Так, ну и для примера, вот у нас есть блок питания. Здесь при покупке, как обычно, связывается проволокой изолированной. Дальше поступаем очень просто. Продеваем. Так, вот у нас связующая часть. Дальше берем кабели, ну и сматываем и храним. Вот такой принцип. Теперь у вас ничего не болтается, нет необходимости иметь проволоку, быстро раскрывается и используется. Как только использовали на хранение, заделали. Так, всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.